К столетию Октябрьской революции в Магнитогорске отремонтируют памятник Ленину, установленный возле главного входа в МГТУ. Решение выделить более 1 000 000 рублей на обновление только постамента скульптуры было принято еще в апреле на заседании городского собрания. Местный подрядчик недавно приступил к работе. Демонтированные мраморные плиты, облицовки постамента, будут восстановлены ступени к памятнику. На время ремонта скульптуру Владимира Ильича увозить с площади не стали. Владимир Ильич в пальто без головного убора, кепка зажата в руке, на площадь перед зданием МГТУ, которое раньше называлось «Советское», а сейчас носит его имя Ленина, взирает вот уже полвека. Типовую скульптуру установили в 1967 году, к 50-летнему юбилею Октябрьской революции. Так памятник выглядел вплоть до августа 2017-го, до начала ремонта. Уже решено, что ныне обновят только постамент, саму фигуру вождя мирового пролетариата трогать не будут. Памятник изготовлен из алюминия, он хорошо сохранился, он сейчас даже стал лучше, то есть он, как бы видите, здесь вот он блестит, а сейчас вот он покрылся патиной такой вот, ну вот, можно сказать, исторической патиной. Эта фотография сделана спустя 2 года после установки скульптуры. Ленин наряду с городскими властями принимает ноябрьскую демонстрацию. Ведь постамент памятника первоначально задумывался как трибуна. Скульптор был Зайков, и архитектор был Виль Николаевич Багун, наш магнитогорский архитектор. Он, значит, разработал вот постамент для памятника и вот прилегающее вот как бы такое пространство. То есть это такая небольшая трибунка, на которой вот находились руководители города, комбината, почетные граждане города Магнитогорска, герои соцтруда. Менять форму постамента, убирать трибуну, которая сейчас не используется по назначению, в рамках ремонта не будут. Заменят на точно такой же облицовочный белый мрамор, который со временем потрескался. На сегодняшний день уже выполнено. Снята была старая потрескавшаяся вся облицовка мраморными плитами толщиной 20 мм. Ведется разборка, в том числе и основания, то есть это ступени, которые на подходе к самой трибуне. И в настоящее время оштукатурен первым слоем именно кирпичный остов, кирпичный постамент. На ремонт памятника Ленину из городского бюджета выделено 1 100 000 рублей. По контракту работы подрядчик должен завершить к 20 сентября, но обещает закончить быстрее. Надежда Кинаш, Георгий Бадаев, телекомпания ТВН.